Азбука Тукая. В картинной галерее города прошел третий в этом году мастер-класс серии художественно-образовательных проектов. Его посвятили Габдуле Тукаю. Художники и преподаватели художественных школ города собрались вместе, чтобы через творчество почтить память татарского поэта в преддверии 135-летия со дня его рождения. Как это было, расскажет Фирания Сулейманова. Арт-проекты картинной галереи – это всегда эксперимент. Художники пробуют что-то новое, сочетают разные техники и выполняют работы, которых не делали раньше. Используем разные техники, непривычные моей деятельности. Со станком работаем, смешиваем техники. Что-то для себя новое подчеркиваю, беру. На этот раз участникам проекта предстояла работа в несколько этапов. Для начала нарисовать рисунок и перенести его на пластик. Для этого листок с изображением нужно намочить. Чтобы мягкий карандаш легко мог перенести, можно было перенести на пластик. Далее рисунок вместе с пластиком проводят через офортный станок, чтобы на него перенеслись контуры. Их обводят, оставляя глубокие оттиски. И уже после, нанеся акриловую краску, еще раз проводят через станок для переноса на черное полотно. Одну и ту же работу можно разнообразить. Работы сегодняшнего мастер-класса посвящены не творчеству, а жизни Габдулы Тукая. Для этого участникам пришлось подготовиться, и дома они прочитали его автобиографическую повесть. Я для себя его открыла как личность. Сколько человек прошел за такую короткую жизнь, сколько он сумел повидать. В общем-то, это был очень интересный, познавательный опыт. Соответственно, вот воспоминания маленького мальчика, его переживания, они все вот вылились как бы в работу. Автор проекта – сотрудник картинной галереи Марат Мингалеев. Именно под его чутким руководством участники знакомятся с новыми техниками и проявляют себя творчески. Они работают в галерее среди работ других художников, и это вдохновляет их, безусловно. И, конечно же, опыт, который приобретают художники, они активно применяют в своей педагогической практике. Мы входим в процесс преподавания и немножко забываем иногда процесс творчества. И вот это вот позволяет нам выйти, поговорить друг с другом, посотрудничать, посмотреть процесс творчества. В дальнейшем в картинной галерее планируют продолжить подобные проекты, а из готовых работ организовать выставку. Фирания Сулейманова, Роман Гейтман, Челны-24.